Добрый день. Продаю Samsung Galaxy Fold 3 на 512 гигабайт темно-зеленого цвета. Состояние идеально, все еще в пленочках. Гарантии 3 месяца еще. Так, смотрите. Это внутренний экран. Все четко. Ничего не вспучилось, ничего, ну то есть только-только свежак. Все прекрасно работает. Внутри с пленочкой. Сейчас допустим на большой экран. Так, работает прекрасно. Складываем. Внешний экран заляпанный. Сейчас я его протру. Так, уже лучше. Состояние у внешнего экрана тоже идеальное. Вот, так лучше уже. Пока открывал внутренний, заляпал внешне. Вот. Это тоже. Все, это все пылинки. Смотрите. Внешняя сторона. Пленочка. Здесь пленочка. Давай. Вот тут. Сверху пленки. Боковухи все в пленочках. Снизу пленки. Состояние как из магазина. Это все распакуете. Маленькая вот царапинка есть. В общем, из состояния это единственный минус. А так все идеально. Прекрасно работает. Сброс полностью сделан. Приезжайте, проверяйте. Почему продаю? Уже планировал новый взять, следующей версии. Дети в раскладном состоянии. Раньше он падал нормально было, а дети в раскладном состоянии уронили его, и внутри повредился шлейф. Отвез в ремонт. Вот. А там с повреждением шлейфа, мне повезло, нужно менять внутренний экран было. Поменял внутренний экран. А внутренний экран, как вы понимаете, деталька... Вот такая. То есть он тоже в отличном состоянии, только из-за шлейфа пришлось менять всю его часть. Вот, а теперь посмотрите. А это 70% телефона. Вот. Так-то он раньше падал нормально, все было. Но в этот раз с детьми мне повезло. Детишки прям подгадали нужный момент. Вот. Так что теперь вот это, еще на 3 месяца на гарантии сервиса, и весь телефон с боковыми кнопками снизу, сбоку, сверху и со всем внутренним экраном просто-напросто новый. В Samsung еще проверяют после ремонта на водонепроницаемость. Они с помощью шприца проверяют вакуум. То есть заходят, вытаскивают, набирают шприцом воздух из телефона и смотрят, проходит где-то через щели воздух или нет. Так что можете быть уверены, после ремонта
Телефон водонепроницаемый дальше. Причем это единственный, кто делают, насколько мне в сервисе объяснили. Apple даже не проверяет после ремонта на водонепроницаемость. То есть, грубо говоря, полностью новый смартфон, кроме задней крышки и переднего экрана. Передний экран был в пленке, поэтому он в идеальном состоянии. Задняя крышка маленькая коточка. Все. В остальном батарею держит отлично. Телефон новый. В подарок оставлю старый экран. И гарантия на 3 месяца от сервиса Краснодара. Я ремонтировал официалов, только они могут это делать. Поэтому тут как бы безвыходная ситуация. Только официалы ремонтируют фолды. Телефон супер. Я следующий телефон тоже взял раскладушку. Поэтому как только вы начинаете пользоваться раскладным смартфоном и понимаете его удобство, к обычным больше не возвращаетесь. Узкий экран, кто-то на него ругается, но мне очень понравился, потому что можно пользоваться одной рукой. Это чисто прекрасная звонилка. И как только хочешь посмотреть контент, ты его открываешь. Сейчас одним пальцем это сделать непросто. Оп. И смотришь. Просматриваешь картинки, ютубчик и так далее. Сейчас раскладушки уже очень распространены по всему миру. И программное обеспечение, практически все под них уже подогналось. Поэтому у очень многих крупных издателей, почти у всех крупных не издателей, а создателей программного обеспечения, все настроено под широкие экраны. Вот так вот. Цена указана в объявлении.